Добрый день! Сегодня сестры на кухне представляют аргентинское блюдо асада. Асада – это жареная на вертеле или на гриле телятина. Но если нет возможности приготовить на углях, есть отличный рецепт асада в духовке, который мы сегодня покажем. Итак, мясо сначала маринуется в невероятно вкусном маринаде, а затем запекается в духовке при низкой температуре. Начинаем мариновать. Готовим маринад в миске. Сюда вливаем оливковое масло, пиво светлое, бросаем розмарин, чеснок, мед и горчицу. Все это хорошенько перемешиваем. Не забудем добавить перец и соль. И опять хорошенько перемешиваем. Делаем в мясе вот такие вот надрезы. Вкладываем в посудину какую-то, в которой будет мариноваться. И приступаем к маринаду. Все это хорошенько поливаем маринадом. И разомнем руками. И в надрезы тоже заливайте маринад. После этого помещаем мясо в холодильник на ночь. Замаринованное мясо выкладываем на противень и поместим в духовку, предварительно разогретую, до 180 градусов. В духовке мы мясо будем держать 4 часа. Мясо должно очень хорошо пропечься. Пока будет готовиться мясо, мы приготовим соус чимичури, который традиционно подается к этому блюду. Здесь представлены все продукты для соуса чимичури. Зелень мелко порубим. Перец порежем кубиками. Измельчим вяленые помидоры. Здесь у нас орегано и базилик. Тоже добавим к этим всем овощам. Чеснок раздавим. Немножко добавим перец чили, только не переборщите. Винный уксус. Столовая ложка, бальзамический, оливковое масло. И теперь это все поместим в блендер и хорошенько взобьем. Не забудем посолить и блендером это все хорошенько взобьем. Чимичури готов. Вытащили асадо из духовки. Соус чимичури готов. Сейчас мы это все будем пробовать. Приятного вам аппетита! Подписывайтесь на наш канал и готовьте вместе с нами. Это будет очень вкусно!